О нет, бедную семью собачек сейчас скромник скинет в лаву. Поставь лайк, подпишись на канал за 3 секунды, и тогда скромник уйдет. Ура, скромник ушел куда-то далеко, и теперь собачки выживут. Кусики-кусочки, с вами Фласочка. Ставь лайк, если ты про, а с вами Найсик Бро. И мы вместе со Фласочкой здесь ужились в этом доме. Здесь какие-то жители прибежали, они нас достали уже. Эй, привет! Это мясо, гнилую плоть, короче, хотят свое продать. Но извините, ребят, нам не до вас. Фласка, что вообще ты делать собираешься сегодня? Сегодня я хочу посмотреть видео на YouTube. Все, пока. Я пошел гулять. Стоп. Фласка! Тут какая-то проблема. Что? Там жители что-то собрались около своих овец там и всех ДТП. Чё? Может, у них какое-то собрание по поводу... Не, там их там немного, но они что-то стоят. Как-то их много. Обычно 1-2 человека, а здесь прям 5. Ну, то есть это не прям сенсация, но давай спросим, что они хотят вообще. Что случилось? Привет, житель. Фласка, говори, я не знаю. Здравствуй, а почему вы тут собрались у своего пастбища? Ну, в общем, у нас пропали все свиньи. Мы грустим, нам нужно их вернуть. Они куда-то пропали. Как мы без свинины? У нас жители голодать будут. На одних стейках не прожить нам. Надо рацион питания менять. Каждый день разная еда. Это полная проблема. Мы не знаем, кто мог так нагло украсть всех наших свиней. Но помогите нам как-нибудь решить эту проблему. Найдите свиней, приведите нам их. Реально ужас какой, как вы без свинины будете жить, как же шашлычки? Слушай, а как думаешь, какой монстр Тревора Хендерсона мог такое натворить? Может, Cartoon Cat? Нет, со свиньей связаны, не знаешь такого? А, Пигги что-то там. Ну, точно не Пигги из Роблокса, а который... Который у Тревора. Да, ну я не помню, как она. Ну, смотри, Ghost Pig. Ghost Pig. Да! Как на русском? Свинья привиденческая. Да, призрак свиньи, короче. Это 100% это свинья, я уверен. И пошли, короче, это самое... А чё? Стоп. Слышишь, ты звонит чё-то всё-таки? Да, кажется, да. Нам... А может... А, слушай, мне кажется, нам реально свинья позвонила. О, иди сюда, Пласк. Реально свинья. Это 100% мы прям угадали. Капец какая она. Такая страшная вообще. Я не могу. Она такая вообще уродская. Ну ладно, давай примем звонок. Её как будто пожарили. Принимай звонок. Оп. Шо? Ты поняла, что он сказал? Нет. Эй, можешь на русском нам сказать, а то мы не очень догоняем, что ты несёшь. Харео, блин. Здрасте, я сожрал, ладно, я украл всех свиней. И здесь неподалеку вы в пустыне увидите лаки-блоки. Идите по следам лаки-блоков и найдете место, где я обитаю, а то есть канализация. Спускайтесь туда и заберите ваших свиней, если, конечно, не умрете. Ха-ха-ха-ха. Я злая свинья, призрак, у меня тело свиньи. Покеда. Пипец. Какая сумасшедшая свинья. Ну слушай. А чё там, лаки-блоки, да? Да, по следам лаки-блоков идти, тогда мы найдем, где его свинарник. А тебе нравятся лаки-блоки в Майнкрафте? Да. Чё, видишь где-нибудь лаки-блоки? Я чё-то не особо. Нет. Стой. Стоп, там вдалеке? Нет, не вижу. Фласка, ты видишь? Нет. Может, где-то там? Ну, давай искать. О, во! Посмотри вперед, вперед. Вот он, лаки-блок. О, вот он, лаки-блок, слушай, пошли. Будем открывать? Да, давай. Интересно, что выпадет. Оу, как его сказать? Ломай просто. Яблочки. Яблочки, это же вообще отпад. Давай мне тоже половину, типа, скинешься, так сказать. А тут, короче, золотое яблоко и ещё золотое яблоко. Ну, там зачарованное и обычное. Чё, не шаришь? Что? На два обычных. Зажала себе топовое. Ну ладно, плевать. Пошли дальше. Куда теперь ведет нас это лаки-блок? Кажется, куда-то сюда. И чё? А, слышь? Чё? Слышь? Во. А, давай, да, вижу. Давай, теперь я. О, нет, это проблема. Кажется, что-то плохое сейчас случится. Фласка, лучше уходим отсюда. Бегим.
Бежим, бежим, бежим. Не, вроде ничего не произошло. Поэтому теперь идем я. Дальше. Ламы. Ламы родились. Уху, красивые. Как их зовут? Люси, Лида, Лидия, Лиза, Лавендер какой-то, Луиз. Какую ты себе бы взяла? Я бы взяла Луиз. А я Люси. Люси, прям приятное такое имя. Знаешь, что напоминает мультик «Гадкий я»? Там эта девка была, помнишь? Да. Её Люси звали? Да, Люси. Теперь я открываю. О, слушай. О! Смотри, здесь хорошие зелья, смотри. Опа, печеньки. Класс. Откуда? Ну, типа, кидаешь и вот такие... Кидал! Офигеть, эффекты какие крутые. Слушай, у нас теперь куча жрачки и лошадь. Офигеть. Печки. Печки? Обычные? Да. А, это выбрасыватели. Ну, это фигня полная, это фигнишка. Слушай, а тут неплохо так лаки блоков. Стоп. Ой, смотри, фласка, у меня тут мой ребенок выпал. Бэби Найсик Про. Он не двигается, какой-то вообще сумасшедший. А, стоп. Я его раздолбал, ой, нет. Ну, покойся с миром, короче. Рип XXXTentacion, рип Найсик Бро. Стой. А, это лама там. Давай, теперь ты открывай. Хавка. О, жрак. Ну, типичная хрень. Свининок. Кстати, а ты хоть раз видела такие огромные кактусы в Майнкрафте? Вот смотри, давно. Вот такой. Вот таких нет в Майнкрафте. А такой нет. 5 блоков в высоту, капец какой-то. На, держи хлеб, поешь. Стой. Теперь моё, да? Моя очередь. Это фигня какая-то, смотри. Можешь забрать, в принципе, броню. Но только нелепо будет выглядеть, как ты будешь в штанах. Ну да, так. Ой, ты это, осторожно. Ты куда пошла? Слышь, а где лакли блок? Ну, наверное, где-то в воде. Иди сюда, фласка. Я реально Шерлок Холмс. Ты это видишь? Ой, ты уже туда спустился. Здесь еще один лаки блок. Тут офигенный... О, собачки. У меня песик теперь есть. Фласка. Смотри, тут какая-то дыра. А, спускаемся давай. Оп-оп-оп. Стой, Фласка, давай домой. Нам надо снаряжение взять. Стой, тогда я поставлю блок. Давай, конечно. Вот два выбрасывателя. Тут это памятская. Давай. Ой-ой-ой, меня бьет. Слушай, так, давай еще откроем плохие лаки-блоки. Ой, лаки-пошины, смотри. Го. Ой-ой-ой. Ой! Фласка! Ты че, умер? Да. Фласка, лучше не кидай эти штуки. Осторожно. Я, короче, мирную сейчас поставлю. Все, они пропали. Норм? Да. А теперь, короче, нам надо срочно домой, Фласка. Давай быстрее. Давай, бежим. Нам надо взять наши причиндалы, а то как мы без своих оружек там и т.д. т.п. Мы же все-таки к нему в берлогу идем, а это страшная вещь. Там, наверное, и тут куча свиней будет злых. Да, у нас, кстати, это, вещи на чердаке. Так, где наш дом, я забыла. Ты чё? Не помнишь, как дом выглядит? Да. Фласка, ты чё, вон он. Где? Вон, наверху, он отличается от всех. А. Вижу. Оп. Ой, жители. Они у нас тусят вечно. Вообще. В своих домах тусить не могут. Так, где... А, стой, еще камни душ вот здесь возьми, 64 штуки себе. Ой, 2 стака. А, ща. Все. И факелы. Факелы? В левую руку их возьми, короче, поможет. Ой, и я револьвер один взял, и ты бери факелы. А, тут еще у нас в ящиках, оказывается, пушки были, представляешь? Чё, да? Вот, возьми себе пару пушек. И ты чё патрон расходуешь? Ой. Ну, псих. Я не то взяла. Все пушки возьми, которые лежат. Угу. Привет, жители. Чё, Фласка, пошли? Так, всё, я взяла. Да, пошли. Мне кажется, сейчас будет стрёмная жесть. Почему я не могу спуститься? А, всё. Вот это Фласка у нас. Смотри, опа. Ой, офигеть, я навредил нашим жителям. Еще давай, опа. Опасно. Еще. Ужас. Ой, кто стреляет? Ой, надо мирную поставить. Уф, все, я убрал их. А где это?
Не знаю, флаг. А, вот туда пошли, пошли, пошли туда. Где мы будем? Кактусы, да? Да-да-да-да-да. Во-во-во-во, я поставил, вот, короче, где собаки. Ой, стой, а почему снова сложно поставилось? У нас мирная должна стоять. Вот, все. Да, давай спускаться вон туда, вот в эту дырку. Давай. Опа, дай сюда пройти. Куда дальше? Ой. Ой. Фласка. Смотри, там кровь. Ну пошли по следам. Жажда крови. У нас песики сзади. Наши песики личные. Смотри по краю. Фласка, а ты знаешь, что это за место? Это канализация, кажется. Ну как он и сказал. Нифига ты быстрая. А у меня какие-то эти вот. Не торопись, а мне страшно. Менее. Ладно, ладно. И где этот свин? А фиг знает. Смотри, тут. Нам надо свинок забирать в камне душ, вот так смотри. А-а-а! Нам же все-таки свинок привезти надо. Они реально здесь затерялись, заметь. Бедные свинки, они такие. Найдите. Да, они же еще и голодают, наверное, накормить их надо. Офигеть. Свинки! Офигеть, привет, друзья! Как вас накормить? А, у меня нечего. Во, морковку держите. Лук не хотят. Ну все, в принципе. Арбузик не едят. Они едят картоху и морковь. Все, можно, да, их в эту. Да, забираем. Они нам понадобятся. Че, пошли дальше? Да, пошли. Пипец, мы свинок нашли, кажется, уже можно уходить. Но посмотри, здесь какие-то проломы еще в стенках, в потолках. Капец. Вода прям течет. Канализация. Слушай, это же все-таки отходы. Фу. Фейка. Ой, это же. Каки. Фу, здесь все грязно. Ну ладно, помоемся. Ничего страшного. Так, смотри, о, смотри. Не, давай пока сюда не идти. Здесь опасно как-то выглядит. Я прям не хочу туда идти. Всем видом выдает, что это какое-то опасное место. Так. Сейчас, дай я выплыву. Давай. Сначала давай туда сходим, а потому что это уже, кажется, конечное. Там какие-то коробки стоят, надо осмотреться. Это все-таки тяжело. А пока что мы сходим вот сюда. Фласка. Факел в левую руку возьми. А он у меня потерялся. На, держи. Ты просто ставь их меньше, короче. Ну, то есть ты случайно правую кнопку мышки ставишь. И вот. Стой, посмотри, что тут. Тут у нас лианы. Кувшинки. Ха, лягушечки тут плавают. Ну тут ничего нет, только свинки. Забирай их. Там еще одна свинка. Фласка, забери, пожалуй. Так, свиночка. Свинку надо здесь закопать, наверное. Оп. Ой. Вот, все. Осторожно, двери закрываются. Раз. Нет. Два. Не успел тебя закрыть. Так, все. Пошли. Пошли. Погнали. Вот еще свинья. А, это я сейчас собаки загрызу. Ладно. Нет, это нехорош. Ну потом заберем свинку. Смотри. Кто там? Там какие-то люди. Сейчас, давай я с ним поговорю, стой здесь, Фласка. Здорово, бандиты! Ты кто еще такой? Пошел отсюда, это наша точка, блин. На пенек сел, должен был косаря дать. Какой косарь, какой пенек? Я просто пришел тут своих свинок спасать. Пошли отсюда, петушки. Ай-яй-яй, Фласка, они меня атакуют, ничего себе. Видел это? Это просто какой-то пипец. Получай. Нас, дробаша, получил. Второго давай валить, Фласка. Я свинку задел. О нет, жалко свинку. На, получай. Фига он меня фигарит. Он стрелял. Представляешь? Нет, блин, две хпшки. Стой, тут чувак лежит. Эй, парень, ты чё прилег? Давай вставай, хватит здесь валяться. Так его это забрать нельзя. Но есть... Слушай, Фласка, он снова восстановился. Он... Дай-ка я его заберу в кристалл и выкину в костер просто. Сожжем его. Офигеть, Фласка. Что это такое? Пушки. Давай, я себе взял. Ты тоже себе возьми там пушки какие-нибудь. Да, я тоже возьму. Слушай, ну кажется, мы уже... Фласка, кажется... Еще один мужик. Они восстановились, представляешь? Они стояли тут. Странно. Ужас. Ладно, пошли. Короче, Фласка, знаешь что? Я так понял, то место, в котором я сказал... Давай поспим. Давай. Опа. Доброе утро, Фласка.
Да, доброе утро. Ну чё, как делишки? Пошли. Смотри, свиньи нормально. Нет. Да. Пошли отсюда. А я ее забрала. Разносят тут свои эти вирусы. Так. Так, а где мы были? А, во, а, нет. Фласка, ты чё запуталась в трёх соснах? Туда пошли. Туда пошли. Да. Это я выкину. У меня есть печеньки, хочешь поделюсь? Давай. А хочешь печеньку? Хочу. Тогда пойди купи. Ах ты! Козел. Шутишь над ней, надо мной. Шел бы ты отсюда, петушок. Сел на пенек, давай косарь. Да, они, конечно, дерзко сказали, согласны? Да. Вообще, кто это ставит факел? Это я поставил. У меня факелов нет. В коробках ничего нет. Ой, стой. Сколько у меня свиней? В коробках ничего нет. Стой, Фласка, ты это слышала? Фласка, слышала это? О, что? Да! Кто-то сказал, а что ты... Там свинья! Ой-ой-ой-ой! Эй, можно погостить у вас тут? Она на нас нападает, Фласка, давай ее расстреливать! Получай! Мы все-таки охоту ведем на свиней! Па-па-па-па-па! Она быстро еще. Ай-яй-яй, Фласка, я сейчас умру. Пожалуйста, спаси меня. А, я тоже сейчас умру. Насик, давай спасай. О, молодец. Фласка. Фига себе, у нее мясо выпало. Просто тут литры, ну, килограммы мяса, тонны. Можно год на такое прожить. Ну, какой год? Тут можно прям на это, на весь Майнкрафт просто. Смотри, тут все свиньи. Да, слушай, мы обеспечим всю деревню жрачкой. Да. Стоп. На, получай. Ой-ой-ой-ой, что за хрень? Она оживилась. Уф, я его схватил, Фласка. Давай я тебя ТПшну к себе. Так. Давай. Вот, все, я тебя ТПшнул. Я, короче, его в кристалл силы заправил, чтобы он уже не атаковал нас. Я так обосралась. Я тоже. Фласк, смотри, у меня здесь есть башка, по которой мы можем забраться. А, нет, не можем. А что делать? Вот гравий есть. О, смотри, у меня блок земли еще есть. Вот, ставь и пошли. Привет! Ой, Фласка, у тебя только один блок был? Нет. У тебя много? У тебя есть хоть один блок еще? Да. Да? У меня есть, да, есть. А то мы сюда запрыгнули без блоков, я уже испугался. Блин, у меня, короче, инвентарь не хватает. Ну давай освобождать инвентарь. Тихоньку. Выкини прям самый хлам. Пушки нам больше не нужны будут, поэтому просто их скинем. Ок. Главное всех свинок забрать. Тогда ну ничего, погрешность будет. Все-таки свинки в Майнкрафте часто умирают. Ничего страшного. Одной не досчитают и плевать. Хотя камни душ тоже можно выкинуть. Все? Сейчас. Давай блок ставь, пошли отсюда. Уже пора. Мы справились, кстати, с задачей, Фласка. Надо блок найти. Блин. Ну, Фласка. А, все, я нашла. Давай, ставь. Оп. Мы справились с заданием, Фласка, представляешь? Да. Давай пятюньку. Давай. Мясную пятюньку. Спасибо. А я камнем. Да ладно. Ну и ладно. Что такого-то? Главное, что мы реально с задачей справились. Где будем выбираться? Вот здесь? Не, здесь, мне кажется, не выберемся. Не, давай пойдем туда-обратно, где мы. Погнали. Здесь летучие мыши распространяют вроде вирус. Вроде недалеко. А куда? Лево, коронавирус. Право? Ну пошли влево, туда вправо пошли, давай. Так. О, а где? А, вот, смотри, факел. Где? Вот это где мы... Ой, да. Вот туда вроде. А, Мавроди, да, Мавроди. Вроде Мавроди, я тебя затроллил. Смотри, тут собачки. Вот сюда давай. Сейчас, подожди. Оп. Ой, я застрял. А, нет, все. Только меня вниз прям тащит как-то, как будто. А меня нет. А, не, все норм. Собачки здесь стоят наши. Ждали нас, наверное. Да. Слушай, вон наша деревня. Погнали туда, домой уже пора. Возвращать всех свинок. Да. Свиньи наши любимые. Это свин, но паук. Из них мы как без рук.
Может, они всех живых. Но не может, они же свиньи. Это они из друзья. Стоп. Они страшные свинки-пауки. Около меня муха летала. Стоп, я бандита поставил! Иди отсюда, жителей ударил. Вообще псих. Блин, прикинь, ты поставишь эту свинью. Да, надо осторожнее призрака. Быть. Я сейчас посмотрю. Вот, призрак свиньи. Обычный свинья. Можно. Все, я учел, чтобы они не выбрались. Давай к телефону поставим эту свинью злую. Давай, чтобы она сама себе позвонила. Я случайно поставила охотника. Ой, ты чего? Я его забрал. Спасибо. Давай, короче, свинью и охотников туда поставим, сходим. А, кстати, давай спросим, что жители, как? Житель, слушай, мы вам помогли, все. Вы довольны? Вот, держите, кстати, кучу свинины. У нас ее просто на 10 лет вперед хватит. Че, как отблагодарите нас вообще? Спасибо, хоть скажете, надеюсь. Конечно, мы скажем. Респект, ребятам. Вы выполнили свою миссию как надо. За мясо спасибо огромное. Вы будете на доске почета нашей деревни. Благодарю. От всей деревни. Вау! Ну, доска почета, ну нормально. Вообще заслуженно. Ну, да. Пошли, короче, в эту шахту. Только да, закопать пошли. Бы еще как-нибудь ее. Сейчас посмотрим. Надо земле откопать. Да, давай земле откопаем немножечко. Копаем. Колхоз. Спасель онлайн. Так, у нас тут призрак свиньи. Оп. Оп, всё, они дерутся, Фласка, представляешь, у них там битва. Он, короче, свин победил. Ну и молодец, они будут воскрешаться, смотри. Давай досмотрим, стой, не закапывай полностью. Давай. Смотри. Честно. Злая свинья. О, он нам идёт! Да он нас не убьет, смотри, он ничего никак не пройдет сюда. На, пожри, свинья. О, смотри, стреляет, видишь, снова. Неудачники, хап. Они такие смешные. Дерутся, это вечная борьба, короче, свиней и этих. Посмотри, реально дерутся. И телефон звонит. А если они убьют свинью, она тоже возродится. Да, они бесконечно будут сражаться. Ну давай их здесь запрем, что ли. Запирай. Да. Пускай тут это. Да. Чилят, так сказать, вместе. Ну что ж, спасибо всем за просмотр. Пишите, кого бы вы еще хотели увидеть, короче, какого монстра Тревора там в этих трехчасовых звонках, да, в 3 часа ночи. И также пишите комментарии, да, свои. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал меня и на канал Фласочки. Да, и на моего друга. С вами был Найсик, Бро и Фласочка. Не теряйте.